Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Обладатели этого имени нередко забывают о себе и своих близких, отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые. Они находят настоящее счастье в служении другим и в реализации своих идеалов. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. На поле битвы такие люди часто безрассудно храбры, имеют все шансы быть убитыми быстрее других и сообщают характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Владельцы этого имени обладают высоким интеллектом, творческими способностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.